В Калифорнии в национальном парке Йосемити зафиксирована вспышка смертельно опасного вируса. По словам врачей, заболели уже 6 человек, двое погибли, а всего заразиться могли 10 тысяч туристов, которые жили в палатках и коттеджах на территории парка. Болезнь редкая, диагностировать ее трудно. Называется хантавирусный легочный синдром или просто хантавирус. Разносят его мыши, крысы и хомяки. Инкубационный период 6 недель, поэтому Минздрав США уже призвал всех, кто этим летом посещал Йосемитский парк, на всякий случай пройти осмотр у врачей.